Приветствую всех на канале Авто 61. Сегодня у нас на обзоре легендарный автомобиль, не побоюсь этого слова, Lancia Stratos в исполнении Safari. Производитель Kingstar, масштаб 1:43. В оригинальной коробочке, коробка, можно сказать, принимая во внимание возраст модели, а это, я так предполагаю, 80-е годы, середина. Идеальное состояние у коробочки и также состояние идеальное у самой модели. У модели есть подвижные детали, привод капота, так как двигатель находится сзади, то это у нас не багажник, а капот. Сейчас посмотрим модель подробнее. Модель восхитительно, на мой взгляд, выглядит. И оформление, и детализация, конечно, думаю, с нашими масштабными моделями саратовскими не сравнить, но тем не менее тоже есть очень интересные моменты по экземпляру, по данному. Самое интересное это, так, вот точно, думал как-то по-другому, видите, да? Привод с багажника, капота точнее, сам оговорился, потому что двигатель сзади. Вон вот этот вот механизм. Вот эта вот пружинка, когда вы освобождаете крючочек, то оно срабатывает. Вот эту вот защелочку освобождаете. Вот такой двигатель. Технические характеристики настоящего автомобиля Lancia Stratos указаны на коробочке, потом я их вам покажу. Что еще, так как это исполнение Safari, я уже говорил, видите, запасное колесо сзади есть, фонари задние есть, также надписи Италия, ну, рекламы так немного, кое-какая есть, но по минимуму, можно так выразить. Давайте увеличим, что вот на этой наклеечке есть. Передние фары тоже, и решетка хорошо сделана, кабина. Сейчас посмотрим. Кабина, двери открываются, поэтому доступ у нас имеется в салон. Посмотрите, какие интересные формы двери. До этого будет ссылка на эту модель. Ferrari Dina была правосторонним расположением руля, а это уже привычное расположение нам левостороннее. Сиденье, а ну-ка, если открыть, нет доступа, ну чуть-чуть светлее, вот видите, с этой стороны получается сквозной, с моторного отсека доступ. А лобовое тонированное у нас. Что у нас снизу? На интересных таких вот винтиках, болтиках собирается модель. Lancia Stratos, масштаб Kingstar. Давайте в таком ракурсе на нее посмотрим и покажу вам коробочку со всех сторон. Lancia Stratos Safari Type KS104, вот какое-то обозначение. Красивая, кстати, тоже картинка. Но самое интересное нам сейчас вот это. Год нигде не нашел, к сожалению, производство модели.
Вот ее характеристики. Что мощность 190 сил при 7000 оборотах, максимальная скорость 230, двигатель V6, получается объем 2418 кубических сантиметров, что это исполнялось в Италии. И также показано, видите, что привод багажника имеется. Интересный очень экземпляр. И в финале из этих, из масштабных производителей Kingstar будет в следующем обзоре у нас BMW. BMW мне безумно из этих трех моделей, если брать во внимание Лянчу, Феррари, то BMW очень интересная. У нее привод дверей, при этом привод передних фар и очень насыщенный, не побоюсь этого слова, алый цвет. Кому интересно, подписывайтесь, сами все увидите. До новых встреч на канале.